Всем привет, ребята. Еду домой с работы. А знаете, почему в вагоне никого нету? А потому что в этом вагоне не топит, вообще нифига не топит. Все потому что в этом вагоне нифига не топит. В вагоне очень холодно. Поэтому в этом вагоне никого нету. А я зашел, не ожидал того, что здесь никого нету. Представляете, в вагоне никого нету. Я сел в вагон, смотрю, типа, никого нету. Зашел в вагон, но когда я сел в этот вагон, здесь очень холодно. Что случилось? Почему именно этот вагон не отапливается? Должны отапливаться все вагоны. Но вагон один из скольки там, 10 или из 12 не отапливается. И здесь довольно сильно холодно. Ладно, ребята, всем спасибо, что вы смотрите меня, что мой канал смотрите. Ставьте лайкосики, лайки, репосты. Подписывайтесь на канал, кто желает продолжения. И до скорого. А я еду домой с работы. С работы еду, да. Черная. Черная. Следующая остановка. Железнодорожная. Вот как-то так, как-то так. Мы потихонечку едем. На улице снег метет. Вовсю снег метет. Пишите в комментариях, какая у вас погода. И до скорого.